22 марта 2016 года на территории всей России прошло празднование Всемирного дня здоровья полости рта. Организаторами мероприятия выступали Всемирная стоматологическая федерация, Стоматологическая ассоциация России, Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» и региональные организации под руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации. Более 90% населения Земли страдают от какого-либо стоматологического заболевания, причем многие из них можно легко устранить еще на ранней стадии, либо предотвратить, если подходить с большей ответственностью к личной гигиене полости рта. Исходя из этого, в 2008 году Всемирной стоматологической федерацией был учрежден Всемирный день здоровья полости рта. Его задача – распространение информации о влиянии здоровья полости рта на общее физическое здоровье и хорошее самочувствие человека, взаимосвязь здоровья зубов и тканей пародонта и систем всего организма. В Санкт-Петербурге силами трех вузов, осуществляющих подготовку студентов-стоматологов под эгидой Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, в историческом центре города на улице Малая Конюшенная был проведен флешмоб. Капустная команда первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова исполнила свой фирменный танец про борьбу с кариозными монстрами и вместе с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета демонстрировали методику правильной чистки зубов, раздавали памятки по уходу за полостью рта, рекомендовали и дарили средства гигиены жителям и гостям северной столицы.